Всем привет, с вами Родин Клик. Накопил я огромное количество сундуков и капсулок, и всего остального. То есть тут 215 этих поинтов непонятных, синеньких. Будем их называть просто синенькие. В общем, сундучок мы, блин, по идее, можно закрыть. Почекать, что тут есть вообще. Вот. Ну, вот эту фигню я обычно юзаю на рашке, потому что на рашке у меня нулевой уровень чести, поэтому, ну, как-то он первый, но за него все равно ничего не дают. Ну, там, по-моему, уже присылали какие-то, начали уже приходить вот эти вот куски, но их все равно настолько мало, то есть сундуков там штук 50, наверное. И вот как бы, а ключей нету. А тут как бы все примерно ровно, то есть все примерно ровно. Ну, пятый уровень чести, все дела, все понятно. Вот, ну тут я хочу вот этот вот имбовый сундучок. Тут как раз утилизируем все ключи, потому что у меня 4 обычных сундучка, сейчас будет один имбовый. Да. Так оно и есть. Вот. Ну, опнем. Так. Дали мне сундук. Шивану. И ключ. Ну, все. Тупо халявная шивана. Сейчас еще раз откроем. Обычно, кстати, из таких имбовых сундуков, по-моему, еще какие-то были. Из них очень часто выпадает, ну, такой же сундук. Хотя один раз мне из обычного 2 раза подряд выпал. То есть, как бы, какая-то фигня, потом на этот сундук с ключом, какая-то фигня. Ну, там чисто вот иконки там или что-то типа такого. Так, ну, получается, Галио и Шиванка. Неплохо. Потом можно будет их, потому что я на Галио играю, но там такая, на самом деле, анимашки обоссаны. Да и тем более не так много я на нем играю. Хотя, на самом деле, фиг его знает, что мы будем делать, но посмотрим. Так. По одному будем открывать, по одному это как-то более солидно. Всего 4 штуки, так сделаем видимость, что их много. Дрейвен, плюс-минус имбовый. Так, дальше что у нас? Ну, Кассади, я на нем почти не играю, и там как бы, ну, вообще старая моделька, очень старая. Поэтому там такое. Я, конечно, жду, что какой-то Владимир выпадет, но это очень минимальная вероятность. То есть какого-то одного чемпиона ждать. То есть тут... О, самоцветик. Это типа имбо, вроде как. И главное, не так показано, типа один. Не то, что это имба, а то, что он всего один. Как будто как сундук, хотя и самоцветики вроде как пипец какие имбовые. Вот, то есть можно вот такой вот сундучок получить. И вообще имбовые скины всего за 10 штук. Вот, а он так как-то не солидно выглядит. Самоцветик. Хотя, ну, блин, тут больше бы сделали, что ли. Вот из него ж... Так. Ну ладно. Тоже такое себе. Это эмоция, по-моему, да? Но мы потом все утилизируем, пока что здесь разберемся, а потом уже со всем остальным. Ну, наверное, сразу здесь вот в это превратим. Потому что те образы, хотя можно посмотреть, что из этого я могу юзать. Я не особо тут. Ну, Эньку могу и Дариус, и Алистар. Я вроде как на всем на этом играю, да, а у Кагмяша имбовая анимашка. Ну, хотя тут у всех анимация имбовая, но такое. Много играл на Гикариме, но сейчас нет. Ну, тут у всех, естественно, это имбовые чуваки. Но... Жалко, Мальзахар какой-то, он вроде так выглядит круто, а вот в игрухе он какой-то, ну, вообще ни о чем. То есть все остальные вроде как... Да, Дариус, у него там такие анимации, что... Как у вот этого имбового из Реаля, который легендарный. Тоже так все массивно. То есть так-то маленькая анимашка, а с этим образом прям огромный, как будто он там в 10 раз больше урон наносит. Так, мы получаем сундучок и ключ, да. Так. Открываем сундучок. Так, а произошла ошибка, но это нормально, ладно. Не получилось надурить систему. Так, корки. Ну, это какой-то вообще стрёмный корки, на самом деле. Я против него... Ну да, анимации как бы у него клёвые. Тут так-то он выглядит упорото. Вот в игре он более-менее. Но я на корки как бы в последнее время особенно вообще нет. Так. Ну-ну, Вилумб. Киндред. Нидали. 4, но это вообще все фигня. Варды тоже. Кому они нужны? Так. Да, болеют и печально. Так, ну тут 65, было бы 75, было бы намного круче. Так. Так, тут тоже будем по одной. Из этих чуть-чуть по имбове выпадает обычно, чем из сундучков, поэтому...
Ну, из них обычно чемпионы, ну, то есть, вроде как, логично, ты понимаешь уровень, и вроде как ты уже поиграл, и можешь получить своего чемпиона, а вот из сундуков обычно как раз чемпионы и ни-ни, так сказать. Да, уже про много, можно что-нибудь будет купить даже. Галю и Тарик, блин, он ли чемпиона? По-моему, из них не только чемпионы должны падать, а тут только... Или они, может, что-то переделали, или я что-то не помню, потому что, по-моему, из них и вардики всякие сыпались, а тут подряд одни чампики. Так, ну, по идее, можно... Зикс, так, Галио, вот это можно оставить. Или что-то одного, точно, точно. Типа, два раза можно что-нибудь превратить. Ну, я думаю, Галио оставлю. А все остальное... как это, вот так же, да? Ну, не знаю, вначале какие-нибудь стрёмные. Я не знаю, как это... Влияет ли это? Превратим в что-нибудь имбовое. О, сундук, это клево. Ключ, это клево. И Поппи. Это тоже клево. Неплохо, неплохо. Ну и теперь, типа, таких более дорогущих, не знаю, может сейчас что-нибудь вообще клевое. И вот так вот. То есть Галио мы потом как-нибудь. Хотя, может, сейчас на него хватит. Ну и какой-то Грагас. Вандал. Ну да, то есть нужно топ-чемпиона купить, он автоматически. Ну, не знаю, стрёмный какой-то он. Ну ладно. Но мы его, по идее, утилизируем. Что тут? Не стоит еще. Какой-то он дешевый чересчур. Ну все. У меня есть Галио, поэтому все ок. Так, в плане чампов. Ну тут ничего. А, вот, точно. Получается, мне хватает спокойно на три куска. Так. Так. На три куска ключа хватает. Это значит, можно билдосить и потом открыть этот имбовый сундук. Так. Ну все, дальше не будем, потому что, может, опять на сундук шедевров, или как он там называется. Ну, по-моему, да. Так и называется. Блин, вот эта фигня мне ни разу не выпадала. Типа лут. Ну вот это вот кругляшечка. С фиолетенькими штучками. Так, это надо вначале превратить. Никакого автоматизма, это печально. Так, open. А, блин, мне же... А, точно, там же был и сундук, и ключ. Да. Ну, в принципе, навалить ключ в любом случае имба. И не контриться. Так, теперь надо продавать то, что не надо. Либо то, что у меня есть. Да, тут же по-любому половина, которая у меня есть. Вот тут же Галио, который мне и так выпал. И так. Кейл. То есть их же нельзя... Вот жалко, нельзя зарандомить в каком-то чемпиона. Ну, да, даже Аурелион Сол у меня есть. Недальки нету. Вилуп есть. Дешево стоил, хотя и сейчас, по-моему. Так, Тимаря нету, ничего нету. Так, ну Ракан сразу, мне кажется, надо его, ну да нафиг. Потому что Ракан это Ракан. Так, Тарик у меня есть. Да, у меня всего одна игра, и то имбовая. Я, по-моему, там S плюс получил. Ну, как обычно бывает. Так, Тима, не знаю, нет. Я его, по-моему, на Арашке купил. Буквально недавно. Так, чисто. Потроллить. Недалька чересчур сложная. Так, киндер тоже нафиг. Недалька. Фиг так, сколько. Блин, 2800. Я хотел какого-то чампа купить. Сейчас, в принципе, позырим. Что тут можно купить? Что тут можно. Так, пуйка. На пуйке я не играл. У меня просто на Томаке и Зои, и Кайса есть. На Рашке на основе. И Азир там, много чего. А Пайка нету. Ника нет. Ее тем более балансить будут. Пока что это не какая-то там Элла нагибалка. Очень сложная, неоднозначная. Поэтому покупаем Пайка. Ибо все остальные... Ну, у меня, по-моему, и Орнда... А нет, Орна нет. И Иви. На Иверне я, по-моему, даже ни разу не играл. Но понятное дело, что я знаком с его механиками максимально полностью. Так, что тут?
по этим пацанам. Не знаю, оставлю их. Так, это мы тоже утилизируем. Ну, да. Так, а это мы не будем утилизировать. О, вот точно, у меня же там какие-то иконки, эмоции, да, скины. Два имбовых скина. Ну как имбовых, вообще не самые обычные. Типа какая-то цветовая схема есть? А, нету. Ну, потенциально она есть, но так-то ее надо покупать. Ну, печально, не дают цветовые схемы из этих. Ну, по крайней мере, мне ни разу не попадалось. А это упущение. Ну, тут две эти. Ну, вот эта вот имбовая фигня, может, мне даже куда-нибудь влепить тут вместо какой-нибудь вот этой фигни там. Да. А, ну, и вот такого талика, да, гейского. Да, и вот так вот, все. Да, yes, yes. Не знаю, ну хотя да, тут таких нету. А где он? А, вот. И бом. Ну все. По идее, я все утилизировал, то есть тут ничего нету больше. То, что... Ну вот этих я не знаю, не хочу. Хотя недальку можно, ладно, так уж и быть. А вот Наута я, наверное, поднакоплю на него. И возьму. Сейчас будем пайка обкатывать. Может быть, даже видосик запилю, хотя, скорее всего, так и будет в нормале. Ну, спасибо. Лайки, там, подписки, знаете, все.